Всем привет! Сегодня хочу показать вот такую красоту. Чисто березовый лес русский. Не смешанный. Вот такая красота сегодня. Люблю березку русскую. Попытка номер два. Поиска грибов. А ехали по трассе, уже торговцы грибами стоят с полными ведрами. Будем смотреть, что нас ждет сегодня. Ну, вот такой красавчик лес. Тоже высота берез неимоверная, но сегодня солнышко вон за березкой. А вчера лил дождь у нас. Ну вот, такая красота. Такая красота. Но сегодня птички здесь не поют еще пока. Время раннее утро. Что нас ждет впереди, не знаю. Но лес тоже очень красивый. Вот птички поют. Ну что ж, я побежала. Всем хорошего дня и решения всех задач. А мне удачной грибной охоты. Всем пока-пока.